Ночная погоня, попытка удрать за границу и высадка на борт группы захвата. В Приморье пограничники провели спецоперацию, чтобы задержать браконьеров, пытавшихся вывести несколько тонн крабов. Судонарушителей не реагировало на требования остановиться и не отвечало на радиозапросы. Остановить его удалось только в паре десятков километров от российского рубежа. Никаких документов у злоумышленников не было ни на ведение промысла, ни на саму продукцию. Еще одно судно задержали в порту Владивостока. Под покровом ночи браконьеры грузили на борт крабов и креветок, которые рассчитывали в море передать иностранцам. Общий ущерб оценивают в 13 миллионов рублей.